Турция проводит самое крупное за свою историю учение военно-морского флота под кодовым названием «Мави Ватан», что в переводе с турецкого означает «Синяя Родина». Маневры проходят одновременно в Эгейском и Черном морях, а также в восточной части Средиземноморья. В них принимают участие 103 боевых единицы, 13 фрегатов, 6 корветов, 16 катеров, 7 подводных лодок, 7 тральщиков, 14 поисково-спасательных судов, учебный корабль и вспомогательные плавсредства под военно-морским флагом Турции. Согласно пресс-коммюнике Министерства обороны страны, целью проводимых учений является проверка боеготовности всех командных и оперативных центров ВМФ в море и на суше. Моряки должны выполнить также ряд специфических задач, поставленных командованием. Так, уже проведено десантирование пехотинцев в открытом море при помощи вертолетов с палубы одного корабля на другой. Отдельно отрабатывалось управление беспилотным подводным кораблем.